мяч не успевает Зиньковскому помешать. Подключает уже Денисова. Классный пас и гол! И это мяч, который будет засчитан на игрока Спартака. Хотя последним его коснулся футболист по РНМ. Вот, пожалуйста, да, Дим, опять опорная зона. Зиньковский туда забежал, спокойно развил атаку и разыграли. Именно так и получилось. Именно так и получилось. В опорной зоне не доработали. Да, не доработали, получается, футболисты по РНН. Слишком много свободного пространства здесь оказалось. Слишком уж легко Зиньковский смог перевести мяч на Медину. Ну а дальше прострел от Дениса. Рядом Мартинс. Перевод. Мартинс 1-1. Какое помешал, казалось бы, но